генератор льда с заявленной производительностью 660 кг, стоят две головы по 330 кг, Корнелиус, бункер на 500 кг, глубина бункера метр, 800 мм ширина, высота бункера 1,80 м, плюс высота головы еще 62 сантиметра. Сюда заезжает телега, открывается, и лед высыпается в телегу. Также крышка и закрывается. Два смотровых окна, двойное смотровое окно, если быть точным. Все из нержавейки, конструкция вся на колесах. Аппараты в хорошем техническом состоянии.